Добрый день, уважаемые коллеги, наши уважаемые спикеры, организаторы, слушатели нашей трансляции на YouTube. Мы начинаем наш мини-пленар. Большие данные в управлении, помощник или... Мы попытаемся ответить на этот вопрос в течение сегодня нашей встречи. Мини-пленар проходит в рамках третьей международной конференции «Большие данные в образовании». Цель нашего пленара – показать разнообразие сфер, где бы большие данные были полезны и важны для развития практик, а где они, возможно, бесполезны для принятия решений. В проектировании нашей секции при обсуждении с спикерами очень часто возникал вопрос про управление. Мы говорим об администрировании, мы говорим об управлении процессами, мы говорим о самоуправлении. Действительно, здесь очень интересно на это посмотреть, в какой из онтологических сфер большие данные действительно были бы нам полезны и нужны. Поэтому мы сформулировали тему нашей встречи максимально широко для того, чтобы... посмотреть на все поле разнообразия, на разнообразие позиций, кто хранит. И, собственно, доклады, которые сегодня прозвучат, сообщения, возможно, будет дискуссия, они отражают тут различные позиции. Кто собирает, хранит данные, кто с ними работает, применяет, кто является пользователем конечным результата и в чем ощущается запрос. И последовательность сообщений, как нам кажется, очень удачно содержательная констелляция получилась в этот раз, для того, чтобы сориентировать наших уважаемых спикеров и слушателей, мы предлагаем такую последовательность, что мы прослушаем следующие доклады «Роль больших данных в цифровой трансформации» Яценко Дмитрия Владимировича. Потом будет доклад «Использование учебных метрик при реализации образовательных программ» от Максима Александровича Скрябина. Далее Никанов Иван Александрович, «Коммерциализация решений на основе больших данных университета Иннополис». И в заключение мы с Марией Дмитриевной представим небольшие региональные кейсы, связанные с московской системой образования, где также стоит вопрос использование данных, больших, небольших, это тоже, мне кажется, очень хороший вопрос, который бы можно было сегодня поставить. Ну что ж, значит, у нас с вами 1 час 5 минут, 5 минут я уже заняла. Значит, тайминг предлагаю следующий. Доклад до 10 минут для спикеров. Слушатели трансляции могут задавать свои вопросы в комментариях, и они будут здесь озвучены для ответа. Также участники нашего собрания могут поднять руку и задать вопрос, правом воспользоваться. Ну что ж, я желаю нам всем хорошей продуктивной работы. Дмитрий, ваш выход. Здравствуйте. Так, сейчас, секунду, я открою презентацию. Так. Так. Видно ли, коллеги? Да, все отлично. Так, ну что ж, у меня максимально общая тема – роль больших данных в цифровой трансформации. И вот мы когда с коллегами обсуждали доклад мой, вот, они спрашивали, а, собственно, в цифровой трансформации чего? Вот. И тогда я подумал, что правильнее будет сказать цифровой трансформации всего. Дело в том, что сейчас эпоха больших данных наступает, когда они начинают у нас появляться вокруг нас, да, и они меняют все сферы нашей жизни, и это и бизнес, это промышленность, это за ним и процесс образования и так далее. Вот об этом я и хотел
поговорить. Вот, значит, давайте сначала немножко расскажу о нас, потому что я бы хотел как бы представить ту экспертизу, которая владеет наша компания. Компания наша называется Renodata, которая является ведущим разработчиком, собственно, Big Data продуктов. Причем Big Data очень широкого спектра, начиная от классической Big Data, то есть программного обеспечения, например, Hadoop, вот, так и более узкие нишевые вещи, в том числе и база данных для построения корпоративных хранилищ данных, что тоже примыкает к Big Data, и многих других вещах. Вот. Что важно сказать, что наша компания является первым в мире по объему вклада в проект, open source проект VMplum Database. Вот. Причем мы обогнали здесь Alibaba, которая тоже довольно крупная компания и тоже большой вклад в многие проекты вносит. Вот здесь мы даже обошли их. Кроме того, мы активно контрибьютим в известную такую хайповую сегодня базу данных, как ClickHouse, которая тоже в контексте больших данных очень часто встречается. И вообще говоря, что вызывает лично у меня отдельную особую гордость, что мы выпускаем практически все ПО, которое мы делаем, выпускаем в том числе и в комьюнити-редакциях. То есть у нас есть коммерческий вариант продукта и есть такой же обычно некоммерческий вариант продукта под Apache Foundation лицензией. То есть мы предоставляем это ПО, возвращаем, так сказать, в мир open source, да, то есть мы не только потребляем, мы даже не столько потребляем, да, сколько мы еще и привносим вклад, не меньше, я надеюсь, чем потребляем. Для меня это очень важно, потому что я сам очень большой поклонник free software и вообще вот этой концепции, как это, free software is not free beer, да? Вот, то есть вот этого вот всего, да, и как бы более того, так сложились обстоятельства, что на сегодняшний день эта концепция довольно сильно стала влиять на окружающий нас ландшафт информационных технологий и процессов. Ну, дело в том, что об этом, ну, чуть позже. Итак, давайте сначала поговорим о мировых трендах. И нет ничего лучше, когда мы говорим о мировых трендах, чем кривые хайпа Гартнера. Да? Вот, ну, как бы все знают, что кривые хайпа Гартнера являются таким средней температурой по больнице, да, и, в общем-то, на самом деле сложно сказать, да, допустим, о тех трендах реальных, которые происходят, допустим, у нас, но, тем не менее, общее движение он позволяет отследить. Итак, если мы посмотрим, вот перед нами кривая хайпа Гартнера, начиная с 2017 года, слева вверху, 2020 год справа вверху и в центре 2023. Они довольно мелко, но нас там интересует всего одна единственная точечка. Я вот не знаю, кстати, наверное, курсора моего сейчас не видно будет, да, коллеги? Только окно, да? Курсор видно. А, видно, отлично. Все, тогда мне будет что показать. А именно я хочу показать отдельное направление, которое называется Data Lakes. Понятно, что это, ну, как бы не вся Big Data, да? Но, тем не менее, это фундаментальная компонента, из которой у нас Big Data состоит. Так вот, в 2017 году она находилась в секции пика завышенных ожиданий. То есть вторая вот эта вот колоночка – это пик завышенных ожиданий. То есть это самый хайп. Вот. И как раз уже переходила в зону спада интересов. И вот в 2020 году она уже находится у нас сейчас. Вот он, Data Lakes. То есть она уже прошла всю впадину спада интереса и подбиралась к работе над ошибками. То есть это уже, так сказать, предварительная зона к выходу на плато продуктивности. Да? Вот. И вот мы видим 23-й год, свежая информация. И вот Data Lakes у нас находится вот. Он в середине этого отрезка. Причем, если мы посмотрим, то он максимально достигнет своей эффективности. Голубой кружочек означает, что в течение 2-5 лет. То есть, значит, в горизонте планирования до 2028 года максимум эта технология будет уже базовой, фундаментальной, обеспечивать, ну, ту продуктивность, которую она может выдать.
Конечно, мировые тренды – это мировые тренды. Они, в общем, довольно сильно отличаются в зависимости от трендов уже внутри страны, да, от тех, что мы наблюдаем. И у каждой страны здесь, естественно, свой путь. И это дело абсолютно, абсолютный факт. Да? То есть, если мы возьмем развитие, там, условно говоря, в Южной Корее, в Америке, там, в Китае и в России, везде развитие происходит по-разному. Да? Я немножко знаком, вот, и как бы могу это тоже подтвердить. Вот, поэтому, тем не менее, мы можем сказать, что Data Lakes и вообще Big Data, они прочно и надежно и уже основательно вошли в нашу сегодняшнюю жизнь. И опять же, я говорю это не по кривым Гартнера, а я говорю это по практике, потому что наша компания является, ну, одним из крупнейших поставщиков, а иногда и единственным поставщиком в России таких технологий больших данных, как, вот, например, массивно-параллельная база данных для корпоративного хранилища данных. Да? Вот. И нашими клиентами являются крупнейшие финтех и гостех компании. Вот. Ну и, естественно, в таких компаниях есть большие данные. Вот. Эти компании собрали уже достаточно большое количество этих больших данных, и им нужно, в общем-то, чем эти данные переворачивать. Но вот он первый драйвер трансформации. Да? То есть у нас есть крупные предприятия, у которых действительно гигантские массивы этих данных, которые требуют обработки этих данных. Ну, я даже не буду говорить о том, что у нас идет развитие, да, цифровых технологий в принципе. Да, у нас появляется огромное количество источников новых больших данных. Это IoT, интернет вещей, это наличие камер везде, где только можно, это что это машин лернинг, которому требуется много чего. Ну, в общем, понятно, что тренды развития IT, они таковы, но я говорю о том, что я наблюдаю каждый день, да? А каждый день я тренирую, обучаю группы в Аренадата специалистов, банков, финтех-организаций, госорганизаций, телекомов и так далее, которые приходят в огромных количествах и изучают эту технику, изучают эти продукты, которые для них новы. И вот это главная трансформация, да, то есть у нас меняются не только IT-процессы, у нас меняются люди, у нас нет достаточного количества специалистов, которые бы владели этим инструментарием, достаточно хорошо понимали его и могли бы использовать в повседневной работе, заниматься просто эксплуатацией. Ну и если у нас этого нету даже в крупнейших организациях, которые де-факто являются драйвером, да, роста, в общем-то, IT-технологий на самом деле, да, ну, как следствие, у нас не хватает специалистов и в вузах, которые бы могли обучать и предоставлять, соответственно, специалистов на рынок. Но прежде чем об этом поговорить, давайте напомним основные вещи. Дмитрий, одна минута, извините, пожалуйста. О, простите, ради бога. Так, окей, давайте мы это пропускаем. Тогда вот сразу сюда, за одну минуту. Итак, я считаю, что основой нашего взаимного роста в сфере и развития больших данных является тройственное взаимодействие между высшими учебными заведениями, которые готовят специалистов, между компаниями, которые используют такое программное обеспечение, которое генерирует Big Data, и между компаниями, которые производят программное обеспечение продуктов. Вот подпитывая друг друга активностями, помогая друг другу, мы можем выпускать соответствующее количество специалистов, которые смогут поднять соответствующие ресурсы на новую высоту. К сожалению, я разогнался, коллеги, извините, вот на этом я хотел бы и завершить. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Дмитрий, отлично, вы дали установку нам всем. Я в этом ландшафте, который вы представили, уже примерно пытаюсь найти место своим данным и задачам, которые решает лаборатория наша. Есть вопрос и есть такое отношение.
Вопрос, а как простому учителю могут помочь большие данные? Или помогут? Коллеги, это бесконечно длинный вопрос. Дело в том, что я являюсь тоже, в том числе и простым учителем, я преподаю в ЮФУ, я преподаю в МФТИ, я преподаю, между прочим, еще и детям, школьникам уже 9 лет практически. Вот, я вам так скажу, простому учителю, по-моему, самое важное быть востребованным. Вот. А чтобы быть востребованным, он должен давать своим учащимся, неважно, это студенты, дети или это более старшие люди, да, он должен давать им то, что А, этому человеку будет нужно, причем в ближайшее время, и Б, то, что ему будет интересно. А интересно то, что в хайпе. Вот как бы первое поле для учителя, он это его работа. Ну, а если уж он захочет позаниматься, есть исследовательская работа, научная работа, любой вузовский педагог ей тоже занимается. Ну, вот как-то так, сразу на скидку. Отлично. И такое отношение есть. Мы должны опережать мировые тренды. Классно? Согласен. Отлично. Ну, мы на одной волне, значит, с нашими слушателями. Жаль, что приходится нам как-то так вот обрывать. С одной стороны, вот такое вот персональное взаимодействие, но вот доклады, они как раз очень взаимосвязаны. Поэтому, Максим Александрович, Да, мы, здравствуйте. да. Да, я прям тоже Продолжайте. поразился, насколько взаимосвязаны оказываются доклады, несмотря на то, что действительно тема заявлена очень широко, и она действительно, ну, покрывает разные сферы, разные области. Я сегодня расскажу вам про небольшой кейс университета ЮФУ, который я также представляю. Сейчас должно быть, надеюсь, все хорошо видно. Да, все Да. отлично. И, наверное, да, что действительно, когда вначале говорили вообще, что такое большие данные, да, вообще, что можно считать большими данными, что нельзя считать, да, как можно использовать большие данные непосредственно преподавателю, учителю, педагогу, то тут всегда очень большое поле для вопросов, обсуждений и дискуссий, да, и я просто немного поделюсь своим взглядом на этот вопрос. Меня зовут Скрябин Максим Александрович. Я заведующий лабораторией, которая совсем недавно появилась в университете ЮФУ, которая называется «Доказательное образование и учебная аналитика». И я бы хотел бы посмотреть на данные учебные с точки зрения как раз метрик, с точки зрения реализации образовательных программ и их сопровождения. Поэтому у меня будет довольно такой частный пример, частный кейс, но понятное дело, что это можно очень-очень глубоко обсуждать. Ну и как я уже сказал, что я работаю в университете ЮФУ. ЮФУ входит в программу «Приоритет 2030». Он является крупнейшим научно-образовательным центром Юга России с двумя кампусами в двух городах, в Ростове-на-Дону и в Таганроге. И так как он участвует в программе «Приоритет» в блоке про исследовательские университеты, то, разумеется, такой научный подход к образованию, он является одним из приоритетов университета ЮФУ, ну и поэтому, как бы, отчасти поэтому лаборатория «Доказательное образование и учебная аналитика», она и была создана. И когда мы говорим вообще про некоторый такой фокус, точки фокуса вообще, ну, когда используются данные об обучении, в целом, ну, вообще, как бы, очень много данных, которые возникают в процессе обучения. К сожалению, не все данные собираются. Проще собираются данные, которые собираются в онлайне, хуже собираются данные из очных занятий, но это вот уже отдельная такая проблема именно сбора данных. Но для того, чтобы задать фокус, для чего мы собираем данные, мне нравится подход, точнее, даже вот фреймворк, который называется Student Success, успешность обучающихся, успешность студентов, который состоит из шести частей по версии Higher Education Association, да, Ассоциации высшего образования. Но это довольно такой объемный фреймворк, и он не единственный возможный для вот такого термина, как успешность обучающихся. Но, с другой стороны, если мы фокусируем собираемые данные именно на этом, то мы, соответственно, задаем некоторые точки фокуса.
И когда мы думали про то, что мы можем взять для себя, для своей практики в рамках ЮФУ, и причем мы сейчас готовим такую, ну, мы называем пока это в качестве такого рабочего документа «Образовательная доктрина ЮФУ», именно про то, да, как проходит обучение в университете, как оно должно трансформироваться, ну и, разумеется, про то, какие данные, когда собирать. Мы выделили таких три блока метрик, ну и показателей, наверное, тут стоило добавить, да, потому что метрики все-таки более количественные, показатели более качественные данные, которые можно как раз выделить на виде трех таких типов. Первое, связанное со сбором обратной связи, ну, это обычно разные опросники удовлетворенности, возможно, лайки, дизлайки, если мы говорим про количественные. Но понятное дело, что обратная связь, собираемая только количественно, она будет довольно бедной, поэтому будут и опросники разного рода, ну, связанные с обратной связью для преподавателей относительно их курсов, относительно их работы, то что уже немножко будет дополнять вот эту количественную часть, какие-то качественные составляющие. Следующий блок – это непосредственно связано с выполнением работ. Мне на английском языке нравится слово «performance», но оно вот не очень хорошо переводится на русский язык. Вот поэтому сюда включается, например, выполнение домашних заданий или аудиторных заданий, различные там тестирования, какие-то другие ассессменты, может быть, и внешние. Ну и последнее, очень большой блок, связанный с вовлеченностью, посещаемостью, активностью. Это, конечно, не синонимы, но это вот такой общий блок, связанный непосредственно с процессом обучения. И больше я буду фокусироваться в своем примере как раз на третий блок, потому что он как раз сильнее связан с сопровождением процесса обучения. Ну и пример, который я хотел бы сегодня рассмотреть, это пример цифровой кафедры, да, цифровых кафедр, а точнее в рамках дополнительной профессиональной программы, которая называется «Прикладной анализ данных». И тут, конечно, и как бы, то есть это такой пример, который как бы немножко сам про себя, да, потому что, с одной стороны, с точки зрения содержания, студенты обучаются на такой программе и получают дополнительную квалификацию в области анализа данных либо в R, либо в Python. С другой стороны, уже и данные о процессе обучения можно анализировать, ну, в самом простом случае с помощью таблиц в Excel и в Google. Но далее уже, конечно же, хотелось бы делать какие-то более как бы совершенные инструменты, написанные с помощью языков программирования. Этот пример, который сейчас я буду рассматривать, он вообще касается прошлого учебного года, потому что эта программа длится 9 месяцев, и, ну, по сути, в двух семестрах она располагается. На нее были зачислены 522 студента, были как бы два трека здесь, Python и R. Ну, Python, он был просто чуть более по объему больше, чем по R, но все равно, да, по структуре, по как бы программам они идентичны. По тематике немножко различаются, потому что есть специфика языка. И были синхронные лекции, которые были общие для трека, и лабораторные работы, которые были разделены по группам, ну, условно говоря, как семинаристы, ведущие лабораторных работ. Помимо этого, да, и синхронные занятия были проведены с помощью Microsoft Teams, но помимо этого были еще дополнительные материалы, некоторый синхронный курс в Moodle, где студенты также сдавали домашние задания, и плюс, что важно, да, у каждого студента был тьютор, но одного тьютора, соответственно, было несколько студентов. Ну, тут можно поспорить насчет терминологии тьютор, куратор и так далее, но это на самом деле человек, который как раз следил за активностью, за вовлеченностью студентов. Ну и в случае, если активность падала, то выходил на как бы связь со студентами
и уточнял, да, причину, да, почему, например, да, то есть, может быть, там проблема с пониманием материала, может быть, какие-то личные есть ну, трудности, да, что пока не может студент обучаться. Поэтому это очень здорово потом способствовало именно ну, доходимости. Ну, в итоге, да, если говорить про показатели, то здесь там совершенно немного студентов не закончили эту программу, но, правда, там как бы еще это было связано с тем, что сама программа еще реализовывалась вместе с внешним ассессментом, как и любые цифровые кафедры, которые проводились с помощью средств университета Иннополиса. Да, поэтому я сказал, что очень здорово, да, что мы тут как бы связаны получились наши доклады. И сам график учебного процесса, здесь приведен пример второго семестра, который содержит как раз вот третий блок тем и там пять подмодулей. Видно, что несмотря на то, что у нас есть две траектории, два трека, Python и R, структурно они очень, ну, они совпадают. По темам, по содержанию немного там есть различия. И опять же, как я сказал, что были лекции, да, были лабораторные работы, и в конце каждого там блока, в каждой теме нужно было сдавать итоговый отчет, и, скажем так, такой внутренний зачет ставился по сданным отчетам по дисциплинам. Максим, одна И минута. коллеги, да, использовали в рамках, ну, для того, чтобы анализировать данные, да, с разных источников, как я сказал, что это Microsoft Teams и Moodle, они использовали Google таблицу и использовали такой большой датасет. И вот есть пример активности, да, видно, что для отчетов это больше активность, как бы, чем как бы для синхронных занятий, но это было ожидаемо, да, потому что вовлеченность в асинхронные занятия обычно выше, тем более это такие рубежные, которые связаны непосредственно с итоговым, ну, влиянием на итоговую оценку. Ну и в качестве таких дальнейших шагов, да, как бы, проблемы, которые были выявлены, да, что первое, конечно же, ну, текущая ситуация, которая была в прошлом году, требует большей автоматизации, потому что собирались данные с разных источников, и в целом есть такой общий, как бы, идея, общий подход создания бесшовной обратной среды, как раз которая затрагивает процессы цифровой трансформации образования внутри ЮФУ. Второе – это использование предиктивных инструментов, да, когда мы уже говорим не про текущие сигнальные метрики, а про некоторые прогнозы. Ну и последнее – это разработка дополнительных инструментов учебной аналитики в качестве микросервисов и использовать, как бы, обучать тьюторов использованию этих инструментов. Спасибо большое за внимание. Буду рад ответить на вопросы и комментарии. Дмитрий, можете задать вопрос? Там. Да, скажите, пожалуйста, вот какова была вот мотивация отнесения вот этих метрик обучения, которые вы собирали, именно в категории больших данных? То есть, ну, есть же просто данные, не обязательно большие. То есть, я понимаю, что они, наверное, большие, но вот хотелось бы чуть-чуть большего фактажа. Да, хорошо, спасибо большое за вопрос. Ну, действительно, всегда дискуссионно, что является большими данными, что не является, да, потому что это же не только про объем, но там разнообразие этих данных. Да, в данном случае, конечно же, тут очень много было как раз структурированных данных, и это не совсем, может быть, подходит термину «большие данные». Но важно здесь не, например, число студентов, да, потому что их порядка 500, а число взаимодействий студентов с курсом, да, потому что по факту мы анализировали анализы, ну, журнала событий, журнала действий, анализ логов для того, чтобы собирать такие таблицы и выстраивать соответствующие аналитические инструменты. Поэтому, если говорить про объемы, тут, конечно же, число записей в журнале действий. Спасибо, понял. Что это не ведомости, да, это вот именно что связано с журналом действий. Вопросов у нас от слушателей нет, но они очень поддерживают доклады, сообщения. Хорошо, спасибо. Все Если что, отлично. там есть мои контакты, как бы можно будет со мной связаться и Да, я пообщаться. думаю, здесь получается у нас как ниточки такие, когда можно раскручивать, да, либо плести ковер. Следующий доклад, если у нас вдруг внезапно случится чудо и останется время, мы можем какие-то еще вопросы обсудить. Но я передаю слово Ивану. Здравствуйте.
Видим вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Скажите, Да, пожалуйста, все видно, отлично. Видно ли экран? Да, все. Да, меня зовут Иван Никанов, я заместитель директора Института искусственного интеллекта в университете Иннополис. Собственно, начать выступление я хотел бы с рассказа о том, что такое университет Иннополис. И вот этот слайд, и следующий, наверное, очень сильно будет у меня перекликаться идеологически с тем, что мы у первого спикера уже видели, о синергии науки, образования и бизнеса. Собственно, о нас. Университет Иннополис не классический вуз, как минимум по той простой причине, что мы не получаем от Минобрнауки целевого финансирования на осуществление нашей основной уставной деятельности. То есть организационно мы автономная некоммерческая организация, и все работы, профессорско-преподавательский состав, студенты, их проживание, все, что происходит в университете, оно оплачивается за счет тех денег, которые зарабатывает университет сам. Для того, чтобы такой подход стал возможен, внутри университета работает управление проектной и научно-исследовательской деятельности, в которое как раз и входит Институт искусственного интеллекта, который я представляю. И таким образом вот мы настроили вот эту связь между образованием, наукой и бизнесом. Мы создаем решения для крупных компаний. Крупные компании поставляют нам задачи. Мы в роли постановщиков этих задач обращаемся к образовательному блоку. И здесь вот как раз между образованием и наукой находятся наши аспиранты, которые занимаются научной деятельностью, которые публикуются. В то же время они вовлечены в практическую работу, которую управление к проектной научно-исследовательской деятельности ведет для бизнеса. И опытом этим и знаниями, которые мы получаем в этом процессе, мы подпитываем образовательный блок, что обеспечивает конкурентоспособность на рынке наших выпускников, студентов. Собственно, очень тесно перекликается с этой концепцией. Вот данная картинка мной взята из конкурсной документации по отбору федеральных исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Этот отбор был в 2021 году, сейчас будет второй этап. Мы стали одним из шести федеральных исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. И мы прошли этот отбор в то время, когда гораздо более сильные, маститые в академическом смысле коллеги этот отбор не прошли. И как раз-таки, как мне кажется, секрет успеха в данном случае в том, что вот тесно перекликается концепция этих исследовательских центров, логика их создания, с той концепцией, по которой мы работаем. То есть вузы должны науку и кадры транслировать для бизнеса. Собственно, в этой логике разрабатывалась данная мера поддержки. Мы работаем с рядом крупных компаний и делаем для них решения как раз-таки на основе анализа больших данных, на основе технологий глубокого обучения, машинного обучения и так далее. Здесь, ну, наверное, я очень долго могу рассказывать на этом слайде о том, что конкретно и для кого мы делаем, но понимая наше ограничение по общему таймингу, я бы хотел перейти к практическим кейсам. И как раз-таки некая провокационность моего вот основной мысли, которую я бы хотел сегодня подсветить, в том, что когда нам нужны большие данные, когда нам нужен искусственный интеллект, есть в числе вот государственных и корпоративных функционеров больших, есть сейчас такая тенденция, что вот он на эти технологии нам нужны везде, и, наверное, в чем-то есть в этом есть зерно истины, потому что для того, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, наверное, стоит чем-то заниматься, просто броситься вот со всех ног и все усилия приложить к реализации таких проектов, просто как минимум ради того, чтобы накопить этот опыт. Но вместе с тем, для того, чтобы такие проекты были успешными, а не просто в качестве каких-то отчетов о проделанной работе и научных исследованиях и
практических разработках просто легло в какой-то стол и архив, для того, чтобы это имело будущее, нужно необходимо выполнение ряда критериев. И вот об этом я бы хотел сегодня поговорить. Один из интересных проектов, реализованных нашей командой, это сервис предиктивной аналитики, который разработан для компании Danaflex Nano. Danaflex Nano – это крупнейший в Европе производитель гибкой упаковки. Это российская компания, она начиналась в Татарстане, в Казани. Позднее было создано несколько дочерних предприятий в Восточной Европе, и сегодня это крупнейший производитель вот всего, что, во что упаковываются пищевые продукты. Когда они имеют индивидуальную упаковку, все это из полимерного сырья с вероятностью свыше 90%. Все, что вы найдете в любом продуктовом магазине, будет упаковано в продукцию Danaflex Nano. Собственно, особенность. Огромное количество складов, огромное количество производственных линий, и есть необходимость в планировании, в качественном управленческом учете. Управленческий учет делался на момент старта этого проекта с нами часто интуитивно опытными технологами, которые на этом производстве работают много лет. На самом деле без какой-то вот технической, там, статистической базы, в основном интуитивно. В чем особенности, вот возвращаясь как раз к теме критериев успешности проектов на больших данных, в машиночитаемом виде обо всех складах, обо всех видах продукции, обо всех операциях, которые были совершены когда-либо и кем-либо, в машиночитаемом виде накоплены данные за 20 лет. Компания Danaflex в этом плане абсолютно уникальный заказчик. Второго такого мы вот за историю нашей работы не встречали. И, ну, когда спрашивали коллег, что сподвигло, когда уровень лучших рыночных практик, по крайней мере, у нас в стране был ввести в амбарных книгах что-то, и то не, по поводу полноты там были некоторые вопросы, что сподвигло вот настолько качественно копить данные? Ну, на что менеджмент отвечал, что мы просто стараемся смотреть в будущее. И если мы что-то можем инвестировать, какие-то дополнительные средства, вместо того, чтобы их пустить в доходы акционеров, по возможности мы старались это делать, потому что мы видим некое будущее за этим. Собственно, вот критерии, качественные данные и данные в таком виде, когда они доступны для обработки, для разработки интеллектуальных сервисов. Потому что в наших проектах, вот как опыт подсказывает, 80% трудозатрат – это подготовка данных. И только 20% – это уже как раз-таки rocket science, где мы делаем какую-то нейросеть, которая какой-то бизнес-результат приносит. Далее новые материалы и решение прямой и обратной задачи поиска новых материалов. Здесь большие данные есть в принципе априори. То есть данные о химическом пространстве, о структуре молекул. Есть такая компания NIE Химра, которая является нашим партнером и которая очень мало на самом деле в мире есть таких датасетов, она является одним из обладателей такого датасета о химическом пространстве. И, собственно, мы можем на их данных решать задачи, которые с помощью экспериментов физических, но это совсем долго и дорого, либо с помощью DFT, это полное компьютерное моделирование, тоже достаточно долго и требует суперкомпьютеров, которых не так много в стране есть. С помощью нейросети мы можем те же самые задачи решать. Еще один из проектов, и опять же о возможных источниках больших данных, это парсинг. В интернете есть все, и, собственно, опыт ChatGPT и компании OpenAI показывает, что качественно новые результаты можно получить, если мы к максимально большому количеству данных умеем обращаться. Собственно, для инженеров-исследователей фармацевтики мы разрабатывали это решение, где строится граф, который связывает объекты исследований с различными упоминаниями этих объектов исследований в научных публикациях, в каких-то рецензируемых источниках, в патентах,
в существующих препаратах, которые есть лекарственных, я имею в виду, на рынке и так далее. То есть вот этот предварительный ресерч, он автоматизируется, и вместо нескольких недель или месяцев там, кропотливого изучения источников в графическом интерфейсе можно ткнуть в какой-то белок MCL1, например, условно, и получить информацию о том, кто и как с этим белком работал. Так, вижу таймер, поэтому буду ускоряться. Собственно, медицина, и про нее я могу очень долго рассказывать. Здесь свыше миллиона медицинских изображений мы обработали в ходе эксперимента Департамента здравоохранения города Москвы. И вот качество и количество, что немаловажно, датасетов в разработке таких вот сервисов помощников врача является вот критерием того, что мы можем новые пороги по точности распознавания патологии преодолеть. Забавный проект. Казалось бы, вот весь опыт в аналитике данных, как он может быть использован, но с помощью компьютерного зрения можно рассчитать с очень высокой точностью, как показали эксперименты, объем животного, а зная объем, с очень высокой точностью можно предсказать массу, а это является важным и значимым для нашего заказчика бизнес-целью, и это также удалось решить. Коллеги, вижу, что заканчивается время. Здесь в конце я хотел бы подвести итоги, что может быть критерием успешности проектов. Не буду, наверное, все озвучивать, потому что времени мало. Хотел бы сделать акцент на том, что в серединке, это пункт 3, про прикладные решения, основанные на междисциплинарных исследованиях. Прозвучал вопрос ранее, что стремимся ли мы стать мировыми лидерами и должны ли мы опережать коллег зарубежных. И ну, вот, в формате некоего особого мнения есть весь мир бежит в сторону больших языковых моделей, ChatGPT, OpenAI и все, что с этим связано. И здесь для исследовательских команд вот нашего масштаба, университета Иннополис, мы, наверное, вот эту роль готовы уступить и зарубежным коллегам, готовы уступить гигантам, как Яндекс и Сбер, потому что очень высокая конкурентная среда, и которая требует огромных вложений, и сделать здесь результат мирового уровня, конкурируя с людьми, которые миллиарды долларов на то же самое потратили и занимаются этим уже несколько лет, довольно сложно. В то же время в России есть сильные научные школы, да, там химия, физика, и мы сосредоточены на междисциплинарных исследованиях, на том, что находится на стыке. Хемоинформатика, например, флагманское наше направление. Здесь мы вот заняли второе место в престижном международном конкурсе, уступив только Microsoft Research, и мы опередили там университет Карнеги Меллона и так далее. Мне кажется, вот за такими вещами будущее. Спасибо и готов ответить на вопрос. Отлично, да. Да, я как это... Сама ткань содержания расширяет пространство диалога. Ну вот, даже как-то со своим докладом дальше хочется уже как-то чуть-чуть сжаться, потому что у меня не столько данных, сколько у вас. А, собственно, вопрос прозвучал вот от коллег. А вот вы представили успешные кейсы вашей работы, сотрудничество с партнерами. Как вы их находите? Такой... Если это корректно спросить, вот заказы на такие исследования междисциплинарные, это же действительно ну, классная история, но она очень сложная, когда мы из отрасли выходим на междисциплинарную. Да, спасибо за вопрос. По поводу поиска партнеров. Здесь, конечно, различные отраслевые мероприятия, здесь личные связи сотрудников, которые, ну, много у нас студентов, выпускников и университета Иннополис, и других вузов, но в то же время много людей, которые имеют за своими плечами какой-то жизненный путь, и есть просто личные контакты. С точки зрения вот к ситуации, когда бизнес готов сотрудничать с вузом. Бизнес готов что-то делать, когда есть proof of concept.
Опять мы к английскому языку возвращаемся, как предыдущий спикер. Не знаю, как лучше, как правильнее будет сказать. Когда есть вот подтвержденный эффект, когда можно показать, вот посмотрите на компанию А, вот в компании А это уже работает, и они, внедряя вот это решение, там заработали столько-то, либо сэкономили столько-то, и никаких рисков особых в этом нет. Когда мы говорим про неокры и вообще про что-то такое наукоемкое и передовое, конечно же, вот так вот показать эффект достаточно сложно, показать уже завершенный кейс, и не готовы компании рисковать, не готовы в таком формате работать. Здесь наше все, это, конечно, меры поддержки от государства и различных институций, которые вот могут такие проекты поддерживать грантами. Огромный опыт, и на самом деле все кейсы, которые вот сейчас уже имеют контракты, которые вот в частности по фармацевтике у нас есть первый международный контракт с компанией из Дубая. И, но это не было бы возможно, если бы вот эти исследования не начинались в рамках грантовой поддержки вот от аналитического центра при правительстве Российской Федерации. На самом деле и в академической среде, особенно в среде стартапов, там, какого-то малого среднего предпринимательства, есть страх, есть неприятие вот, грантовой тематики, потому что это какая-то гиперотчетность, это раздельный учет в бухгалтерии, это какие-то все страшные вещи непонятные, за которые нас всех посадят. Ну, на самом деле нужно просто сесть и разобраться. На самом деле все инструменты созданы с учетом в том числе обратной связи от нас с вами, и они становятся гуманнее постепенно. И нужно просто начать на самом деле, и все обязательно получится. Отлично, отлично. Сегодня прям так воодушевляющие доклады, сообщения. Вот. Я тогда сейчас передам слово самой себе, а потом я вот наших уважаемых коллег как раз прошу, вывод с позиции все-таки специалистов, которые эти базы формируют, обрабатывают, хранят. Вот. А вы отнесетесь к нам как, скажем так, оцените целесообразность и возможность этих идей, потому что и я, и последующий докладчик все-таки выступаем с позиции уже пользователя и такого практического. И мы переходим плавно в сторону, в сферу московского образования. Кстати, вот, Иван, вы сегодня говорили про систему московского здравоохранения, я так понимаю, да, такой у нас известный проект про раннюю диагностику, да, вот предсказание этих онкологических заболеваний, то есть вы тоже там участвовали, как я понимаю. Ну вот, до образования не дошли, но, может быть, что-то вот такие конференции и нам поспособствует. Значит, я представлюсь. Я сейчас поняла, что я даже как-то начала секцию, всех представила, сама не представила. Нехорошева Елена Владимировна, заведующая лабораторией городского благополучия и здоровья. Несмотря на то, что тема такая лаборатории все-таки про междисциплинарные исследования в области здоровья, городского здоровья, благополучия, с направлением психологию, тем не менее, мы, будучи подразделением Московского городского педагогического университета, разумеется, не отрываемся далеко от образования, и различные тематики, связанные с жизнью человека в городе и в контексте образования, не в контексте, на это тоже смотрим, и, как показала наша практика, наше научное чутье, исследовательское чутье, без аналитики данных мы уже не продвигаемся. И я представлю небольшой кейс. С другой стороны, не с позиции. Видно? Есть? Да, видим. Ага, отлично. Вот, не с позиции того человека, команды, которые что-то делают с этими данными, а с позиции исследователей и практиков, которые бы хотели
получить некий результат практически и видим ценность в данных, либо это нереалистично. Собственно, вот такой мой вопрос будет, скажем так, по результатам небольшого моего сообщения. Значит, в 2022-2023 учебном году по госзаданию Департамента образования и науки города Москвы в научно-исследовательском институте коллективом лаборатории было проведено исследование, где мы смотрели модели коммуникационного взаимодействия родительского сообщества и системы образования города Москвы в таком управленческом аспекте, как отстраивается сама информационно-коммуникационная вот связь вот сообщества родительского и системы образования. То есть не фокус психолого-педагогический, где учитель взаимодействует с родителем, с ребенком, школьные чаты, а более систем. Поэтому интерес к этой теме был прежде всего у нашего заказчика, а также у руководителей школ. Был проведен масштабный опрос весной 23 года, где, как видите, представлено достаточно большое количество для опроса респондентов. Я хочу показать один из слайдов, который у нас, мне кажется, имеет очень большую ценность как раз с выходом на большие данные далее. Значит, что мы увидели? Прежде всего, разумеется, в Москве, как нигде в нашей стране, создана разветвленная сеть сервисов, инструментов для взаимодействия с родителем, с горожанином. Причем все эти сервисы, которые вы видите сейчас на слайде, они есть общесистемные, управленческие, есть функциональные, ну, например, сайты городского психологического центра ГБПЦ, да, МЦКО, есть сайты школ, которые выполняют функцию такую организационную, есть Московская электронная школа, всем известная, которая больше ориентирована на контент и содержание. Есть и дайджест для родителей, которые также представляют некое содержание для родителей, тематическое. Вот. Что мы видим? Сначала мы сделали, как мы пришли к мысли про большие данные. Разумеется, когда мы проводили опрос, этой мысли-то и не было. Да? Но потом, когда мы увидели, посчитали, какова популярность тех или иных сервисов, инструментов, которым пользуются родители, увидели частоту использования, то есть логика представления результата следующая: пользуюсь, не пользуюсь, если пользуюсь, то как часто, если пользуюсь, то удовлетворен ли. Действительно, несмотря на часто звучащие замечания на предмет неудобства, там, некомфортности использования Mesh, например, либо каких-то других инструментов, подавляющее большинство родителей вполне удовлетворены и Московской электронной школой, и иными ресурсами, которые созданы в Москве для коммуникации с родителями. Также используются в различных констелляциях социальные сети, где частота использования гораздо меньше. Вот, значит, при представлении результатов нашему заказчику возник вопрос, а как мы можем эти данные использовать? То есть, очевидно, в лоб самое одно из простых решений, мы видим наиболее популярные и часто используемые ресурсы. Соответственно, их можно рассматривать как определенный канал коммуникации, трансляции определенных установок, вопросов, связанных как с образованием, так и с жизнью родителя в городе. Потому что мы давно занимаем позицию, что образование не изымается из пространства жизни города. Вот. Но наши данные дополнительные показывают, что это одна сторона вопроса. На самом деле есть еще и другая. Многие родители отмечают, что несмотря на удовлетворенность данной экосистемой, несмотря на удобство и решаемость технических проблем, у многих родителей возникает запрос на кастомизацию информационного потока. И вот тут мы, как исследователи от образования, натыкаемся на такую необходимость
как и вопрос, а мы можем вообще посмотреть, каким образом у нас распределяются вот такие информационные потоки, вот содержание информации, каким образом мы можем определенную информацию делать более адресной. Ну, пример совершенно жизненный, когда родители учеников пятых классов, например, получают информацию о необходимости там зарегистрироваться на ОГЭ, какая-то информация про ЕГЭ, дошкольникам это вообще не нужно, прямо скажем, все эти проекты по предпрофклассы, да, и вот здесь вот мы приходим как раз, такой формируется запрос, что, с одной стороны, получив данные опросные, мы можем принимать такие тактические решения управления информацией, да, но и ставим вопрос, такую проблему и задачу, наверное, даже не проблему, а задачу, а мы вообще, используя большие данные, можем каким-то образом оптимизировать вот это информационно-коммуникационное взаимодействие с родительским сообществом. И вот здесь как раз возникает вопрос, и, собственно, он вынесен название нашего пленара, мы как бы на основе данных же и управлять этим можем или нет. Вот, собственно, я на этом заканчиваю свое сообщение краткое. Вот, и, может быть, наши уважаемые спикеры мне как-то отнесутся к тому, что я сейчас сказала. Коллеги. Все озадачились? Лен, давайте я скажу свое слово. Да. Небольшое, на самом деле, мнение, но про принятие решения именно на основе данных. Даже чуть шире, наверное, вашего кейса. Да, конечно. Принятие решений на основе данных нас уводит от чего? Уводит от искажений в принятии решений. Ну, вот в масштабах там экономики любых абсолютно, начиная там от статистики по успеваемости там, в образовательной организации, например, и заканчивая там вот вопросами по структуре заболеваемости, например, если мы для здравоохранения делаем какую-то высокоуровневую статистику. Статистика заполняется людьми, всегда есть человеческий фактор, люди на разных инстанциях могут быть мотивированы, их мотивация может быть противоположна вот целевому состоянию вот этого процесса, которым мы хотим управлять. Поэтому если мы умеем использовать и собирать статистику от первичных данных, и так, чтобы она автоматически у нас в нужные нам логические структуры собиралась. Ну вот, собственно, об этом мы все сегодня и рассказывали, о том, как нам к этому прийти. Потому что за этим будущее, и, ну, к сожалению, этому всегда будет противодействие, потому что есть люди, которые в любой структуре они есть, я тут сейчас не про что-то криминальное, но которые с точки зрения их личной мотивации, они заинтересованы в том, чтобы асимметрия вот этой информации присутствовала. Они на этом получают свои какие-то бенефиты, будь то корпоративные, там, финансовые, все что угодно. Иван, это как раз у вас был провокационный как раз предложение про вообще целесообразность данных. Вот. Можно считать, что вы уже частично ответили на это, то, что в своем докладе бы это не прозвучало, но я этого очень ждала. Ну, собственно, и свое сообщение я строила таким образом, чтобы, ну, скорее всего, да, целесообразные, нецелесообразные, какие подводные капли. К сожалению, может быть, мы еще поговорим, а может и нет. Я должна, ну, у нас есть еще один спикер, представитель как раз Московской системы образования, корпоративный университет. Мария, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Да, как раз посмотрим пример. Пример мой будет абсолютно не из больших данных. Там примерно 200 тысяч строк, не очень много, но зато очень честно, я бы сказала, с точки зрения управления. Вот мы пойдем немножко в эту сторону. Соответственно, начну немножечко издалека, дав некоторый контекст. Я работаю в так называемом Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, и мы созданы для того, чтобы сделать педагогов профессиональнее, на самом деле и управленческими кадрами мы тоже работаем,
Нам для этого нужно очень много всего знать. Как ситуация обстоит сейчас, как она должна обстоять лучше. И вот то, о чем сейчас, собственно, был диалог моих коллег, что у нас как раз с первичными данными есть некоторая сложность, потому что все данные, которые мы имеем, так или иначе, крайне субъективны. Ну, не все, но многие. Вот, поэтому вот мы делаем тоже, например, что и Максим Александрович, мы проводим сейчас небольшой такой кейс-чемпионат в виде форума, но проектируем его таким образом, чтобы собирать логи, чтобы собирать максимальное количество каких-то логированностей взаимодействия человека с платформой, взаимодействия с контентом, ну, вот такой классический продуктовый продукт. Да, мы работаем много с Mesh и с теми логиками, которые там есть. Вот там, наверное, есть такие уже небольшие зачатки больших данных. Там, правда, все обычно хорошо структурировано, но в любом случае по объему действительно данные много. Вот. Но сегодня мы сосредоточимся на такой более узкой истории. Это анализ рынка труда. И не просто рынка труда, а того, кто есть на московском рынке труда, что они ищут или что предлагают. Ну, давайте в любом случае посмотрим. Очень, если кратко, то есть... из контекста. Есть два больших телеграм-канала, которые хорошо освещают вопрос подбора персонала и поиска, соответственно, вакансий. Эти телеграм-каналы там примерно на 20 тысяч, сейчас даже скажу чуть подробнее. Да, в одном из них 31 тысяча участников было на момент анализа, в другом 7 тысяч. Ну вот около 150 тысяч строк мы анализировали без дубликатов в итоге. Что у нас получается? В общем, картинка, которую наверняка вы сейчас видите, она ни для кого не секрет. Что учителей там математики, тут мы чуть-чуть сократили их, да, то есть математики похожи на физиков, физиков тоже очень много ищут. Биологи похожи на химиков, их много ищут. Но мы видим резкие дефициты в популярных предметах, там математика, русский язык, да, информатика, популярных в том смысле, что много часов требуется. И при этом очень большое количество людей, например, ищущих работу учителем физической культуры. Вот. Мы сейчас не выносим начальное образование, хотя там тоже очень много интересных историй есть. Вот. Для первого такого вот взгляда нам не хватает еще кое-чего, на самом деле. Крупного, большого крупного игрока вообще всех данных, да, это, например, Headhunter. У Headhunter чуть-чуть по-другому там устроен API и так далее, мы не можем увидеть прям всю широту данных, но на самом деле, что мы характерные вещи какие можем замечать, что, в принципе, профиль людей остается те же. Для Headhunter у нас сейчас доступны только вакансии, но мы видим, что математика, физика, вот для сравнения, да, русский язык, химия, все примерно точно так же, не считая учителей физкультуры, ну, потому что их на рынке очень много. И чуть-чуть добавляют таких специфических профессионалов, которых похоже, что в московских школах ищут просто как по сарафанному радио. Это там, педагоги-организаторы, педагоги-дефектологи и педагоги таких небольших предметов, которые обычно совмещаются. Мы здесь не посмотрим на эти графики, потому что времени очень мало, но мы, в принципе, на данных видим, что идеальный учитель, идеальный кандидат в московскую школу – это человек, который готов вести там много часов математики, физики и информатики. Вот если вы это умеете, московские школы вас ждут с очень даже конкурентной заработной платой. Вот, и поэтому, например, мы видим, что такие предметы, как там, география, какое-нибудь обществознание, они обычно связаны вместе. Обычно это человек преподает, не знаю, историю обществознания, там, географию, еще какой-нибудь предмет. Вот, и забавно, что с HeadHunter мы на самом деле видим, что тот профиль профессионалов, которые ищут московские школы, они совпадают с профилем не государственных учебных заведений и там учебных заведений дополнительного образования. Ну, то есть, в принципе, отсюда, наверное, очевидный вывод для московского директора, что математики, там, физики – это большой-большой дефицит на рынке, и об этом надо все время помнить. Хотя, наверное, они и так знают. Но что самое интересное, мы вообще можем еще вытащить, и что уже не такое очевидное. Да, и в HeadHunter, и в Telegram-каналах мы можем определить те административные округа, где, например, ищут работу или ищут работников. И вот здесь действительно очень-очень интересно. Единственная маленькая ремарка – ТИНАУ мы здесь собрали вместе, то есть это обобщенное, да, значение для всего ТИНАУ и Троицкого и Новомосковского. Но достаточно забавно, что у нас
очевидно, очень много рабочей силы вот туда, вот на восток, юго-восток, северо-восток. То есть там действительно есть работники. И, возможно, для, ну, например, если ваша школа находится на границе ЮВАУ там и, не знаю, и ТИНАУ, то, наверное, вам лучше писать ЮВАУ, потому что просто сотрудников, людей, которые на это реагируют, просто больше. Ну и вообще достаточно интересно увидеть, что у нас вот на туда, северо-запад, там не хватает обычно работников. Можно рассмотреть эту дальше разбивку там по предметам и прочему, но в любом случае это очень характерная история, и возможно, что вообще один из самых главных выводов. Да? Может быть, когда-нибудь в московских школах появятся специальные шаттлы, которые будут учителей с утра на работу возить. Потому что это распределение видно. В широких материалах мы там еще смотрим, как распределены сами школы, здания школ. И, естественно, оно все немножко нормируется, но основная история это в том, что данные есть, они не очень сложно получаются. Стек я скажу чуть позже, да, и они имеют, показывают нам ситуацию с той стороны, с которой мы сейчас прямо вот очевидно ее бы не увидели. Но то, о чем вообще все мои коллеги говорят, я думаю, что и подразумевают в том числе, и для нас очень важно, это история про то, а что еще мы можем увидеть, вот углубляясь. Понятно, что у нас вот нашего центра задача понять, а что вообще за специалисты требуются, какими они должны обладать навыками, знаниями, вообще что на самом деле подразумевается под словами «ищем учителя там, физики, математики или еще чего-то». И тут интересно, мы немножко их сейчас разбили на чатовые истории, потому что они по-другому описываются, да, и на Headhunter, но достаточно забавно, что для московских школ, очень грубо для всех направлений, характерна такая больше формализация, судя по всему, вот из того, что мы на данных видим, для московских школ принимают решение о наеме сотрудника на личных собеседованиях. Ну, то есть, вероятно, психолого-педагогическую компетенцию очень сложно описать в словах, и очень сложно понять из резюме или из каких-то других косвенных показателей, то есть только поговорив с человеком, можем понимать, готовы мы его пускать к детям или нет. Потому что, ну вот тут небольшая такая карта слов, все слова лемантизированы, то есть приведены к общей словоформе, к единой словоформе. Ну, ни о чем особенно не говорит. Вот примеры того, как выглядят запросы, да, в Telegram-чат, они, может быть, не самые показательные, но, в принципе, выглядят вот так. У учителей каких-то ставятся зарплаты, кстати, зарплаты ставят нечасто. Ну, единственное, у математики очень характерная особенность. То есть, если вы учитель математики, ищущий работу, вам не нужно много писать. А вот если бы мы посмотрели на учителей физкультуры, то там просто длина сообщения средняя существенно больше, потому что конкуренция существенно больше. Мария, минутка. Да. Вот, собственно, тоже две таких картинки. Что хотим от HeadHunter, хотят от человека по математике, и что требуют. Ну, то есть опыт работы на самом деле в большинстве случаев. Еще несколько такой небольшой аналитики, которая позволяла бы нам выровнять данные, понять, как нам их соотнести. Но чтобы не комкать все очень вместе, то мы скажем, что подробно можно, во-первых, почитать у нас, а во-вторых, буквально там через пару дней выйдет статья «Вестники МГПУ», где будет и стек, и вот та методология, с которой мы работаем, и эти картинки очень подробно обсуждены. Завершить бы я бы хотела тем, что данные нам очень помогают. Мы начинаем понимать, как вообще устроена структура, как устроена самообразование. Другое дело, что это не первичные данные, и ну, очень косвенные они бывают, и это надо держать в голове и вводить какие-то для этого поправки. То есть напрямую с ними работать нужно тоже крайне аккуратно и с интерпретациями быть осторожными. Вот. Но при этом, конечно, есть, например, данные Mesh, которые, в принципе, первичные. Yeah. Ну, да. Поэтому если что, с радостью прокоммуницируем дальше. Картинок там много красивых. А так, спасибо большое. Да, отлично, Мария, вы уложились. Вот. Спасибо большое. На 5 минут мы задерживаемся, да, а то там уже подключаются. У меня осталось 10 секунд поблагодарить всех наших спикеров. Я вдохновлена на самом деле, несмотря на то, что
Вот, есть очень много вещей, которые действительно хочется продолжать обсуждать. Классная беседа. Спасибо вам большое. Я действительно очень бы хотелось продолжить этот диалог, взаимодействие в частном порядке. Вот. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. И всего доброго. Хорошего всем дня. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Хорошего дня. Если какие-то вопросы, пишите мне в телеграм-канал, проясним. Спасибо.